Алма-Ате состоялась традиционная эстафета на приз газеты «Ленинская смена», в которой участвовало свыше 500 физкультурников города. Уже на первом этапе вперед вырывается представительница спортивного клуба Института физкультуры, чемпион республики по бегу на средней дистанции Лидия Еременко. Еременко передает эстафету своему одноклубнику Марку Лосеву. На углу улицы Кирова и проспекта Ленина Лосева сменяет Лидия Камынина. Пятый этап преодолевает Анатолий Щепетин. Эстафета у одного из сильнейших бегунов республики Рема Гаврилова. На десятом этапе Любовь Калинина передает эстафету Молдогазизу Майланову. Все ближе финиш. На дистанции Виктор Рудской. Последний этап. Первый финиширует студентка Института физкультуры Галина Амельченко. Второй – динамовка Елизавета Макеенко. Редактор газеты «Ленинская смена» Евдокия Григорьевна Наливайко вручает кубок победителю эстафеты команде спортивного клуба Института физкультуры. За новые спортивные успехи физкультурники Казахстана!